Технопираты в очередной раз напали на город. Почему мы все время попадаемся? А новейшее создание Свега проявило себя с зумерсами. Биг Трейл наконец воссоединился с другом. Но злодеи делают очередной ход, и мы теряем еще одного тобота. Детективы галактики. Тайна Свега. Меняемся местами. Бист! Бист! Я прерву воссоединение. Нет, я теряю лошадиные силы. О! Я поймаю еще пару глупцов, и ультрачоппер будет готов. Может использовать их энергию для ремонта корабля и улететь? Их друзья охотятся на нас. Не верится, что я соглашаюсь. Но он в чем-то прав, босс. С Чоппером нам не придется бегать. Мы станем сильнейшей командой галактики. Дрогнет даже пульсар завоеватель. Не говорите это вслух, вдруг услышит. То есть мы превосходим пульсара, позволяем ему найти нас и становимся завоевателями вселенной? Мы, по-твоему, сейчас где? На балете, что ли? Пора ловить новых тоботов. Рок, может, хочешь размять крылья? Конечно, всегда рад. Советую быть осторожнее. Там появился тобот посильнее прочих. Я не боюсь. Без обид, но вы моим крыльям и в подметки не годитесь. Ой, прости, я думал, твои чудо-крылья видят будущее. Как больно, вытащи! О, хотите предупредить о чем-то еще? Ладно, он очень силен, больше ничего не помню. У меня есть кое-что еще. Он обожает бросаться нелепыми девизами. О, и зачем мне это знать? Зачем нам помогать такому грубияну? Что ж, скоро ты сам услышишь. Главное — безопасность! Больше никакой опасности! Ух ты, как здорово! Без тебя мы бы не справились! Рад помочь! Проблема решена, но помните, главное — безопасность! Ладно, быстрая проверка. Пока все хорошо. Убрать бы ржавчину, и... все чисто. Ну что, думаешь, очередное создание Свега? Впечатляет. Он почти одолел технопиратов. Мне надоело сидеть сложа руки. Мы должны что-то сделать. Мастер. Да, настали опасные времена. Но отступать нельзя. Отступив, мы сразу проиграем. Ты прав. Тайлер. Вдруг Свег подумал о соглашении. Но что? С чего ты так решил? Давай станем одной командой. Он не одолеет всех нас вместе. Понимаю. Расчеты показали, что шансов мало. Однако, если мы будем преследовать одну цель, наши возможности возрастут. То есть, мы всем сможем показать, с кем связываться не стоит. Нам всем не по себе, но бездействовать нельзя. Тайлер, что скажешь? Вы правы. Пережидать нельзя. Я дал клятву защищать планету и больше никого не потеряю. Потому что я мастер галактики, а вы тоботы. И защищать эту часть космоса наш долг. Ладно, найдем Свега и отправим в нокаут технопиратов. Отлично! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй!
Обед окончен, паразиты! Давайте, бегите! Мой ведущий протокол — искать опасность! Да, вперед, прячьтесь! Люблю испытания! Кроме того, я вижу абсолютно все! Мы находимся на опасной высоте! Быстро отпусти меня! А по-твоему, зачем я тебя поднял? Ураганное вращение! Хорошо, что я сегодня не завтракал. Ты должен ремонт улицы! Гидра был прав, ты борец за добро. Посмотрим, как ты справишься с этим. Кия! Орлиный взгляд, рентген! Щит-бульдозер! Активирую! Закрыть! Вечеринка уже началась? Скоро время уборки. Есть у кого косточка? Осторожно! Это они напали на Пауэр Трейна и Квантум Стелса. Но мы-то в команде работаем лучше. Нет. В смысле, я лучший. Не люблю хвастать, но я в некотором роде заклинатель щенков. Смотрите. Пёсики, хотите поиграть? Вперёд, взять! Значит, вам не нравится бегать за шинами. Ох уж эти стереотипы. Да. А ты силен. Как тебя называть? Я Орел, разрушитель. Я Рок. Что ж, разрушать плохо. Значит, придется активировать интеграцию. Что? Активирую титановое ядро. Говорил о разрушении. Что я начну с тебя? Начинай кудахтать. Знаешь, чем опасна высота? Последствиями при падении. Супер ускорение. Молодец, летишь как спец. Какой пластичный. Уходи до земли. Принято. Заклинателя щенков чуть не съели. Стоять! Хочешь пить, дворняга? Стоять! Я не лакомка! То есть не буквально. Флайт, помоги! Уже лечу! Звуковое поле! Нет, отпусти! Бегу на помощь! Нет! Назад, Хиро! Предупреди остальных! Мы справимся сами! Я вас не брошу! Убегай! Тайлер должен быть в безопасности! Нет! Стой! Убирайтесь! Мы за тобой вернемся! И ты пожалеешь! Неплохо. Знаешь, птица, тебе лучше не вставать.
ты меня не перестоишь. Я сделаю из тебя кусок современного искусства. Рок, мы закончили. А? Лети на корабль. Босс, я тут немного занят. Скоро ты будешь немного отбивной. Ну, ладно, это было грубовато. Люблю затаить злобу, и я точно затаю злобу на тебя. И в другой раз я помну тебе корпус. Ладно, сделаю прививку от столбняка. Йоу, агент Титан? Хозяин, в чем дело? Пора пообщаться с тоботами, если кто-то остался. Парень был прав, мы одолеем пиратов только вместе. Как мы могли так поступить? Они ушли с нашей командой! Успокойся. Ради их спасения мы пойдем на что угодно. Ну и где ты был, новичок? Хозяин Свэг просил рассказать вам план. Мы вернем ваших друзей. Мы одолеем технопиратов только вместе. Но как? Погоди. Сначала вы должны дать обещание. Ладно, но надеюсь, план хороший. Дайте слово, что будете беречь себя. Конечно. Мы так и делаем. Прекрасно! Отличное чувство самосохранения. Ха! Ладно, слушайте. Тобот! Детективы галактики Тайна Свега. Флейм и Флайт в ловушке, и нам придется положиться на новый союз. Мы должны покончить с технопиратами раз и навсегда. У нас получится победить злодеев, только если мы будем заодно. Но когда проблема становится крупнее, даже этого может быть мало. Сможем ли мы их одолеть, или наши враги непобедимы? Узнаете в новой серии «Тобот. Детективы Галактики. Тайна Свега».